Благотворительное огненное шоу в поддержку еще не родившегося ребенка с врожденным пороком сердца было сорвано. Карагандинских энтузиастов разогнали полицейские. С места события наш корреспондент Сергей Журавлев. Поджигай, зажигай. В Центральном парке Караганды ребята-энтузиасты устраивают благотворительное фаер-шоу. Целью данной программы является сбор денег для ребенка с врожденным пороком сердца. В Центральном парке буквально полыхало пламя. Карагандинские ребята устроили благотворительное фаер-шоу в поддержку алматинки Светланы Москалевой. Ее еще не родившемуся ребенку требуется дорогостоящая операция. У младенца врожденный порок сердца. Поддержать женщину решили карагандинские укротители огня. Фаерщикам не впервые устраивать благотворительные выступления. Они регулярно проводят подобные акции. Наши цели, во-первых, это благотворительность, в первую очередь. Мы обычно помогаем людям, которые оказались в беде. То есть это какие-то семьи, у которых больные дети чаще всего. К сожалению, выступление фаерщиков было прервано на самом интересном месте. Сюда нагрянули полицейские, которые пытались задержать участников акции, ссылаясь на то, что они создают в парке пожароопасную ситуацию. Опасности нет, уверяли организаторы. Однако стражи порядка стояли на своем и попросили зрителей разойтись. Несмотря на это, 32 тысячи тенге все же удалось собрать. Они будут направлены непосредственно семье Москалевых. Мне хотелось бы поблагодарить всех, кто был причастен к организации фаер-шоу. Это была большая помощь для нас, было очень неожиданно и приятно, потому что ребята сами предложили помощь. Все собранные деньги были перечислены, мы их уже получили. Спасибо еще раз большое, низкий вам поклон от всей нашей семьи. Следующая подобная акция состоится в начале августа. Между тем, карагандинские фаерщики призывают помочь еще не родившемуся ребенку. Номера телефонов и банковский счет Светланы Москалевой указаны на экране. Не проходите мимо, на ее месте может быть любой.